Само свободно. А дальше вот так вот. А те руки плавно. Ага. Молодцы. Шею подбросил. Плечи. И вот сложились пополам даже до спинища. Так. Ага. Ну, не будет сметь минуту на нем. Да? Да, не гонёшь. Ага, ватник, как куколки. Да, вот мы вести полки. Вижу, молодец. Вижу, молодец, за вот спину. Ага. Так тут все очень тесно. Ага. Тихо, спокойно. Кошка расставляет. Кошка умница. Вот, молодец. Вторая. Пока это короткие вещи, этот блок к ней приводит, что они расслабленно вообще падают на землю. Мы учим их падать. Полностью расслабленным, безопасным, потом идут ватные куколки и так далее, и так далее. Вот. Некоторые вещи падения мы тоже изучаем. Поняли, вот так вообще. Значит, играем в интереснейшую игру. Когда я правую руку делаю, так? Своей правой рукой, не моей. Да? Не зеркально. Левая рука, правая рука, левая рука, голова. Да? Я буду говорить такие вещи в разном порядке, в разном ритме. Так, мы все люди взрослые, честные. Как только ошибаемся, идем и садимся на случай. Да, интересно, кто победит. Пока идем. Тишина. Правая рука, левая рука, работает отлично. Правая нога, левая нога, голова, правая рука, правая рука, правая рука, правая рука. Пока идем. Правая нога. Видите, да, без ладошки пошли. А вот теперь играем всерьез, да? Я не за тем не слежу, слежу за всеми. Мы уходим с нами. Да, мы честные люди. Поэтому учимся себя в урок. Поехали. Правая рука, правая рука, правая рука, правая рука, левая рука. Правая нога, правая рука, правая рука, правая рука, голова. Затем он заболтался. Если мы честные люди. Я понимаю, что для вас не стандарт. Правая рука, правая рука. Правая рука, правая рука, голова. Уже перепутался. Ну, скажем, да. Правая рука, левая рука, правая рука, левая рука, правая рука, левая рука, правая рука, левая рука. Вот, и половина. Сидите, заметно. Замучите на следующий момент. А вот зеркало мы видим. Дорогие мои, те, кто сидит, не мешаем тем, кто сейчас здесь. После этого будет еще игра по интересу, да? Левая рука. Правая рука. Правая рука. Правая рука. Правая рука. Правая рука. Ну и почему мы делаем вот так? Это же ошибка. А, это же ошибка. Ну, я вижу, что по 5 раз ошибка быстрее, а потом все-таки не понял, что мы это сделали. Да. Встаньте, пожалуйста, в руку.